Рабочий напал на роллера в центре Челябинска. По словам молодого человека, его повалили на землю и удерживали почти час. Инцидент произошел на проспекте Ленина. Как рассказал пострадавший, он приехал на точку, чтобы осмотреть маршрут для массового катания роллеров в честь закрытия сезона. Сделал пару фото, но в кадр попали двое мужчин. И им, видимо, это очень не понравилось. Спать был, нормально, а вы что делаете какой-то... Парень попытался объяснить, что фото он сделал, чтобы зафиксировать, на каких улицах проводятся ремонтные работы, но мужчин такой ответ, видимо, не устроил. На эмоциях ответил, что они свою работу делают некачественно. На этих словах одного из мужчин просто переклинило. Он схватил меня за ворот, а так как я был на роликах, потерял равновесие, упал. Работник меня начал бить, пинать в бок, угрожать, что если я не удалю фото и видео, то он меня вывезет и закопает. Но вот у рабочих своя версия. Говорят, парень регулярно появлялся на этом месте и высказывал недовольство. В тот день роллер, по мнению рабочих, в очередной раз затеял перепалку, обозвал одного из сотрудников организации, а потом первым нанес ему удары по лицу. Молодой человек пытался звать на помощь, но никто на его просьбы не реагировал. По словам роллера, на земле он пролежал около часа. Вскоре нашелся один неравнодушный, который все-таки вызвал полицию. Работника опросили на месте, а парня забрали в участок, где он написал заявление и снял побои. Теперь в инциденте будут разбираться служители закона.